Друзья, всем привет! С вами снова Павел. Это видео будет в продолжении моего вчерашнего видео о мусоре на улицах в США. Вот приехали две машины, и они убрали этот мусор. Весь мусор, который лежал, я думаю, неделю, или где-то около недели, может быть, полторы недели на улице. Вот. Так что не так уж долго я наблюдал весь этот бардак из окна. То есть приезжают специальные машины, и в определенное время, то ли раз в год, то ли два раза в год, убирают весь мусор. Вот видите, все чисто, никакого мусора. Ура! Теперь можно опять наслаждаться видом из окна. До новых встреч, всем пока! С вами был Павел.